Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте дальше заниматься нашей заправкой, нашей работой. Так, докупил я стеллажей недостающих, теперь понятно, почему у меня на складе места было так мало, из-за того, что вот я поставил вот такой стеллаж с певчанским и с тютюном. Так, что здесь еще, можем что-то разместить? О, отлично, нужно будет сейчас закупить мороженки, надо будет потом закинуть. И можно закуплять как раз будет в стеллаже нашу еду. Из-за того, что я не посмотрел, что у меня в инвентаре было, из-за этого и вот такие вот проблемки были. Все, нужно будет теперь следить за этим всем. Да-да-да, и вам тоже хорошего дня. Так, клиент у гаража, хорошо. Да-да-да. Это, конечно, все хорошо, но нужно по-быстрому и бежать в гараж. И нужно будет ждать потом этих, как его, поставщиков, заказывать с бензином. Так, нужно поубирать, потому что опять нас следили. Что свинка Пеппа, я тебе говорю. О, отлично. Побежали в гараж. Сейчас только вот это надо будет повыкидать всем. Так, давай сделаем вот так. Ремонт. Ремонт, в принципе, баблосики неплохие такие приносят. Так, а я могу с помощью пакета это все сделать. Все лишнее повыкидаю здесь. Все, что нам тут не надо. Так, могу, да? Так, мусорный пакет. Давай сюда. И давай посмотрим, что тебе нужно будет делать. Так, три колеса и дверка. Хорошо, и надо будет как раз заказать потом себе колесо. Будет еще три штуки. Либо четыре, не знаю. Но я все деньги на стеллажи потратил. Так что сейчас посмотрим. Хотя бы штучки 4 колеса надо будет заказать. Да ё, не туда нажимаю. Спешу, хочу по-быстрому это все сделать. Да, когда будут работники, будет немножечко поспокойнее это все. Можно просто будет бегать, просто заказывать потом с вами все недостающие материалы. Так, клиенту заправки. Но это будет быстрее, чем поменять там колесо. Ага, винишка, да, захотела? Oil. Приятного похмелья. Да-да-да, я знаю, что я супер. Кажется, приятного тебе похмелья, зайчик. Так, давай смотреть еще одно колесико. Так, а что за лаги, что за фризы? Сейчас, секундочку. Что-то у меня так за пролаг такой был. Из-за этой жары меня даже система не выдержит. Зимой будет хорошо, будет не так жарко и не будет перегреваться. Так, дай сюда и давай. Все, шикарно, отличная работа. Да, отличная работа. Пошлите, закажем сейчас шины себе на склад. Так, дай пройти. Угу. Так, доставка. Шины. Штучек 7 давай закажем. 140 баксов у нас осталось. Доставка, магазин.
Может, закусок каких-то покупаем. Баксов на 100. Мало места на складе. Все, вроде должно хватить, да? Так, офицеру, подвиньтесь, пожалуйста. Хорошо. Так, полный, полный. Заправить. Good job. Thank you very... Дякую. Так, отлично, отлично, отлично. Все, 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 не дуди, пожалуйста. Давай сделаем так. Закажем с тобой доставку мусора. Все, и осталось 73 бакса. Тогда можно, в принципе, думаю, да, идти на склад и ждать на складе. Так, давай, открываем. Открываем, открываем. Только не могу понять, что у меня игра начала так лагать, подтупливать, фризить. Неужели ее перезагрузить надо? Сейчас посмотрим, наверное, выложим на склад. Я нажму на паузу, перезагружусь. И мы продолжим. А, еще один едет, ёпта. Ну да, это ж разные... Это ж разные люди. Ну давай, 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 что ты так не уверена. Прицы, не стесняйся. Заходим. Все. Последняя коробочка. До побочения. Закрываем и выходим. Все, тут же тоже закрылось, я надеюсь. Нет, а тут не закрылось, ага, понятненько. Все, теперь закрылось, чтобы у нас просто со склада ничего тут не вытащили. Потому что игра нас предупреждала. Так, ребята, ну давайте я сейчас перезапущу игру, и мы продолжим, так что не прощаюсь. Так, во. Да ты шо, ляка, куда поехал? Продолжаем. Здорово, здорово, мужик, все хорошо, не переживай. Бывает. Так, я перезапустил игру. Надеюсь, поможет, и надеюсь, она не будет так сильно лагать. Давай, заезжаем. Так, хорошо. Товар раз, товар два. Все, отлично. Давай, уезжай отсюда. Отлично, есть. Идемте тогда выложим наш товар весь, который у нас там остался. Так, что мы заказывали? Не это, не это. Боже, не, оно все равно подлагивает, я не знаю, в чем прикол. Может, реально систему перезагрузить надо? Так, дай сюда. Так,
Ну да, да. Мы с вами красавчики. Ну, вроде бы нормально, иногда что-то подлаги какие-то идут. Так, здравствуйте. Молодой человек, что вам? Дай посмотреть. Ага, одно колесико только, да? Ну, это хорошо. Этого добра у нас с вами за по глазам. Как раз сейчас заработаем пару баксов на этом. О, 50 бакинских, неплохо. Шикарно. Так, что тут, уборка нужна вам? Не. Все чистенько вроде. Вроде все чистенько. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Склад еще не могу. Мастерскую еще тоже не могу улучшить. Функции прочие. 500 баксов у меня мало, у меня, по-моему, денег нету. Туалет. Ага. Да, здравствуйте. Давайте протрем, чтобы было все красивенько. Отлично. Бля, какой спортивный парень, да? Сразу видно, что он за ЗУШ. Супер-пупер. Ага, чтобы получить модернизацию, нам нужно выполнить все задания. Заселение разблокировано. Ля. Шикарно. Еще чуть-чуть, и мы с вами сможем улучшить, да, я так понимаю? Во. Прикольно. Сможем улучшить нашу станцию с вами. Баблосики, баблосики капают, неплохо. Что у нас тут поубирать надо? Либо не надо ничем. Так, ведро пустое. Давай заменим. Все, как говорится, для наших посетителей, правильно? Все, больше никого нету. Можно туда поубирать немножко. Я думаю. Да, можно вот. Вот это вот в баки позакидывать. И заказать доставку. Чтобы нам ничего тут не мешало. Хотя тоже, падла, мог бы взять бы и повыкидать это все. Ага, Денис, да, пришел? Где-то я слышу звук. Где-то смех слышу Дениса. Что это такое? Понял, спасибо. Ничего не понятно, но было очень интересно. Кажется, прям очень интересно было. Так, клиенту заправки, хорошо, подождешь. Я тоже, в принципе, не успеваю со всеми вами закончить свою работу. Работаешь тут без выходных, без премий, без ничего. Так, где ты? Блин, вот эта вот куча вроде все больше и больше становится. Так, заправка, понятно. Нужно будет сейчас возле кассы справиться со всеми. Винишка, да, захотела, зайка? Да-да-да, это то, что ты хочешь. Ага, бля, это намек? Это намек был? Да? Окей, сейчас приду. Ага, для даже банана ставила. Понятно. По-любому намек.
Конечно, мужчина таки извиняется, это ваше дело, но куда вам еще курить, а? Займитесь здоровьем. Так, нас ждут там топливо, низкий уровень. Хорошо, надо заказывать. Доставка топлива на 200 баксов. А, ну если 500. Хорошо. Баблосики, баблосики. Нужно монетизировать, короче, нашу заправку, потому что нет, кью не помещается на 500 литров. Модернизировать, вот, монетизировать. Так, хорошо, отлично. Сейчас мы с вами дверку заделаем. Эти штуки еще, в принципе, у нас есть. Потом, если что, закажем. Что еще, зеркало, да, ты хочешь, чтобы я тебя поменял? Ага, зеркало мало у нас. Ну и у нас этих денег мало, так что, в принципе, пока и без зеркала обойдемся. Так, 150 баксиков, хорошо. Так, вот и заправщик. Да-да-да, иду. Давай, чуточку быстрей. Блин, осталось несчастных 7 человек на кассе обслужить, и все, и у нас будет новый уровень. И это не может не радовать. Так, давай быстрее чуть-чуть. Реально, 9 дней прошло с момента, как мы играем. Без выходных. Где ты, кучерявый? Все, пошли. Думаю, дорогу назад найдешь. О. Здравствуйте, молодые люди. Все, ребят, пойду работать в супермаркет. На кассе мы уже умеем с вами работать. Тряпочку нам выдадут такую, и будем сидеть. Спрашивать. Пакетик нужен? Нужен пакетик? Вам пакетик нужен или не нужен? Найс. Просто найс. Так, мне нужно еще 4 человека таких вот. Найс. А давайте мороженку закажем. Давайте закажем мороженку. По 12 баксиков. Давай 12 и по 10. Вот так, давай. Шикарно, все, мороженку заказали в гараже, на заправке. Просто не разорваться со всеми ими. Так, пока мне сейчас доставка к нам приедет. Так, на 10 этот заказ, 1000 на 1500. Угу, у тебя только одно колесико, хорошо. Ну, в принципе, тоже неплохо. Сейчас на 50 бочинских мы с вами починим это все дело. Давай. Все. Хорошего дня. Заезжайте. Так, доставка вроде еле, да? Да-да, 60 метров. Отлично. О. Как раз заодно надо будет и мусор заказать, вывезти. Все, все поместилось. Я надеюсь. Да, я вижу, не дуди.
Вижу, вижу, не дуди. Все хорошо. Все, до побачення. Выезжай, выезжай, выезжай. Шикарно, пошли. Клиенту заправки, колесико, вывоз мусора. Это мы сюда. А это мы вот сюда. Так, услуги вывоз мусора заказать. Заправить тачку. Есть, выложить мороженка. А, все. А сколько ты стоишь мороженка? Можешь еще купить мороженку? Угу. Давай. Вот так сюда, да? Все. Разместить. Ой. Ладно. Ладно, ладно, будем немножко в минусах. Мороженка, мороженка, хорошо. 11 баксиков у нас осталось. Так, надо повытирать все это. Вот вроде картошку не продаем, а лента грязная становится. Да-да-да. Хорошего дня. Вам же удобно будет подходить, я надеюсь. К этому всему. В нас ды. Все, еще 3 человека, и мы с вами откроем новое достижение, новую заправку. Расширим, да? Найс. Так, мне нужен еще один человек, да? Да, еще один человек. Так, что мы тут заполнить не можем? Выход, разместить все. Выход. Выход. Понял, пока мы ничего не можем разместить. Да-да-да, и вам тоже хорошего дня. Заходите еще. Клиент в гараже. Так, добрый день, мадам. Что у вас произошло? Понял. Сейчас мы сами разберемся. Хорошо. Колесики, колесики. Говорится, права купили, да? А вот ездить не купили. Ну ладно, бывает. Так, еще одно. И все, и мы вас отпускаем. Конечно, мне хотелось бы с таким бампером, как у вас. Но что поделать. Так, давай. Че, в гости зайдешь вечером, да? Понял, хорошо, буду ждать. Резина у нас есть, так что за счет этого не переживай, резины хоть отбавляй. Так что все будет, как говорится, в безопасности. Так.
О, еще один. Вот он, последний мой сотый покупатель, да? Ага, мороженку захотел. Не, ну правильно. Задание выполнено. Заходим. Улучшение авто. Стоимость 750. Ага, мне нужно... Тихо, что-то я отвлекся. Нужно 750 бочинских. Что-то не туда посмотрел. Ага, мороженку, да, захотел, я понял. Хорошо, 750 бочинских. Так, доставка, детали. Корзину. Заказать. Так, что у нас с водой? Еще ничего не надо. Блин, что-нибудь понямать может? Хотя тут понямать для всего сколько. Понямать у них есть. Так, колесики мы с вами заказали. Все заказали. Так что можно, в принципе, чинить спокойно. Два колеса, хорошо. И дверка. Не зря мы колеса заказали. Так, одно есть. Давай сразу выкинем. Чтобы быстрее это было. Так, а можно без музыки? Так, крыса, башка болит. Мы уже 10-й день без сна с вами работаем. Так, все шикарно. Иди отсюда. У тебя доставка. Сейчас. Мужчина, 2 секунды. Заезжайте. Так, открыть, забрать. Все, давай, удачки. Жене привет. Ага, не закрыли. Все, теперь закрыли. Побежали. Нам вроде еще дверку надо будет ему... От царапинки, да? Да. Ага, на той стороне. Все, мне нужно будет сейчас как раз со склада выложить все сюда. Все, супер, я знаю, я красавчик. Надо еще шин заказать, штучек 5 хотя бы, наверное. Хотя мне надо 700 баксиков на улучшение, но... Сначала бизнес, потом все улучшения, правильно я понимаю? Да-да-да, давай, зайчик, удачки тебе. Надо бензина еще будет сейчас заказать на 200 баксов где-то. Так, отлично, услуги. Доставка топлива. 20 баксов осталось. Бля, какая в Олимпийке, в свитере, да? В шортиках. Моя ж ты зайка. Ага, ты еще и за середками пришла, да? Воу, да-да, давай. Удачки. Так. Давай приберемся. Слегка приберемся. Давай, наверное, сразу сделаем вот так. Ну, чтобы по 300 раз потом не бегать. Дай мне мусорный мой пакетик, пожалуйста. О. Один сюда. Вот, хорошо.
Все, шикарно. Что я хотел? Я хотел заставку шины себе заказать, да? Хотя ладно, пока мы с ним будем, у нас мало баблосиков. Так, добрый вечер. Понял, ни о чем. Ага, колесо. И дверка. Так, надо будет, наверное, накопить 700 баксов уже без записи. И в следующей серии открыть наш новый эткио. Гараж или его улучшение, что-то мы там будем с вами за 700 бачинских открывать. Потому что не уверен, что мы в этой серии сможем это все сделать. Так, давай. Все, давай, удачки, зайчик. Когда едешь, позвонишь. Отлично, отлично, отлично. И клиент у нас у кассы. Так, 140 баксиков есть. Хорошо. Ой. Я случайно. Он будет сейчас недоволен. Да, недовольная. Ну ладно, что поделаешь. У нас, в принципе, четвертый уровень доверия есть. Так что хорошо. Плюс-минус один такой себе. Так, ладно. Давайте, наверное, ребятки, в принципе, на этом будем заканчивать. Я жарю. Без вас, без записи я накоплю баблосиков. И начнем уже с вами потом с улучшения. Так что все, всем мур-мур. Пока-пока. Я же говорю, будет 700 баксов, вот. И мы улучшим с вами 750. Но это уже будет следующая серия. Так что все. Всем удачки, всем до потом.